пришли обедать в нашу столовую, я уже пустые тарелки почти снимаю. Которая столовая утром. Доброе. Или какое просто утро, да? Утро. Ленкин мама взяла вот такую вот курицу. Рулетик. Рулетик, да. Там внутри какие-то грибы, тыры-пыры. В общем, запах был не очень свежего продукта. Сори, не очень аппетитно. Мы решили не есть. Отдали. Точнее, скинули. Женщинам отнесли в кухню. Они сказали, нет, у нас все свежее. Но мы бодаться не стали. Свежее так свежее. Здоровье важнее. Народу очень много, видите. Ну вот, поели, и погода лучше стала. Солнце, пальма. Я говорю, поели, и погода лучше сразу стала, да? И на душе тепло, и сытно. Наелся ли? Очень. Вкусно? Я позавтракала, время 3 часа дня. Что, снимать-то будешь сегодня? Не будешь? Ленка в отпуск ушла. Завтра, наверное, последний день. Да, бабы. Ленка хочет оставить дочку жить в Сочи. Только если со мной. Она и сама не против, скажи, да, Лен? Вот тут дом стоит, который меня не оставляет в покое. Зачем такой большой им дом? С мраморными заборами, блин. И дверями. Ага. Сегодня я созванивался с другом из Грузии. Он уже в Тбилиси. Вот вчера у них дожди тоже были, сегодня нормально. Тоже ходит в кофте. Я одел на всякий случай куртку, потому что боялся, что у моря будет дождливо. Ой, кофейня. Ольга ресторан. Нет, отель. Вот надо найти, может, переселиться куда-то поближе к морю. Я так и не сходил еще в Библиоглобус, ничего не узнал. Кто мне скажет, что вот это за цветы? Вот они, видите, они на пальмах повсюду. Вот что это? И они вот все время в таком вот состоянии. Я без понятия. Красивые такие, как будто спят, знаете. Вчера вот тут, где зонтики ходили. Сувениры там смотрели. Чуть елку покупали, ели. Идем к набережной. Че, Лен, в наш любимый винный магазин-то будем заходить? Надо с собой взять. Куда, домой? Да. Ну, это тогда уже перед отъездом, чтобы свеженько было. Провинцо, провинцо все. Сырочек. Это копченый тип сулугониш, да? Я такой уже брал, тоже пробовал. Чай. Это за 100 грамм, да? 250 это рублей. Это за ведерко. Ведерки от 120 до 200 грамм в зависимости от состава чая. Ага, ага. Для любителей. Пуэр. 50 рублей одна штучка. Паста. Это, да, как она? Аджик, тип? Попробовать можно. Остро? Конечно. Красивый магазин, все так красивенько выставлено. Специи. Я зашел сюда, специи заманили. Прям запах такой. Сухая аджика. Турецкие сладости. Ну, типа, тоже такие колбасочки. Рахат лукумы. Пахлава. Вот в Турции вот такой вот рыжий, зеленый я не видел с красным. Черную шоколадную видел. А рыженькие что-то не видел такие. А, это с абрикоса. Халва. Арахис. Чурчхела.
Сувенирка. Вот вчера вот здесь мы, кстати, кушали это. Пирожные. И вот она, набережная. Море сегодня, наверное, волнуется офигенно, потому что ветер. Ну, в принципе, как вчера после обеда. Че, в ту сторону прогуляемся? Мы там же с вами еще особенно не гуляли. А насчет фонтанов, кстати. А фонтаны у нас должны заработать 17 числа. Там профилактические работы идут. Ну, не знаю. Надо будет узнавать. Поющие фонтаны, когда танцующие. Жарко в куртке становится. Наверное, надо будет снять. На коляску повесим. Море, солнце. Хотел сказать песок, но нет. Галька. Что, теплая, Лен? Теплая? Ну, просто с такими волнами камнями может ударить. Это когда песок, и то, знаете, больно бывает. А тут такими камнями, знаете, обхерачится. Дышу морем, воздухом. Как видите, в новой кофте. А то у меня ведь нету ничего другого. Я в кроссовках. Я в кроссовках, я не рискую, знаете. А где он у тебя? Лена! Чуть волной не накрыло. Я говорю, где телефон-то? В кармашке сзади, когда там. Как хорошо. Я, наверное, однозначно остаюсь. Потому что дальше погода плюс-минус такая же в Сочи. Надо решать вопрос с отелем. Спасибо большое. И бронировать, продлевать. Мне, кстати, написали некоторые, что Артём в Турции еще купается, что-то, мол, туда не едешь, поеду ли я, не поеду. Ребят, зайдите, Яндекс, Гугл, погода, вам в помощь. Там написано, что в ближайшие 7-10 дней стоит Анталия, Анталийское побережье, дожди.
Вот я не знаю, может, в каких-то районах будет, в каких-то не будет. Но рисковать ехать, лететь в другую страну, чтобы посидеть в отеле из-за дождей, я не хочу. Однозначно. Так же, как я не хочу лететь, чтобы просто не купаться. 18-20 градусов у меня здесь есть. Вот. А в Турции, если вы посмотрите, тоже 18-21. То есть, ну, плюс-минус такая же погода. Ну, может, чуть-чуть там теплее, потому что страна южнее находится. И как бы менять шило на мыло я не буду. Летать туда-сюда. Если что-то кардинально вдруг изменится, хотя вряд ли, но... Пока меня устраивает здесь. О. Смотрите, почти до меня дошло. Красота. Море вам немножко. Кадр. Ну как немножко? Наслаждайтесь, пока я даю такую вам возможность. А если есть возможность, прилетайте. Не так уж и дорого, ребят. Живете один раз. Всем привет, смотрите, кого встретил. Игры здесь, игры там. Иду по набережной, смотрю, идет Артем. Думаю, вот он, через Судакову здесь объявился. Я на него налетел, он такой, что, что, что? Я говорю, да не ссы, говорю, свои. Я не узнал. Вот, встретились с своим любимым Сочи. Да, Сочи парк, а где же еще такие акции? 13-е. С самыми лучшими видами прямо. У меня последний номер остался, прям с видами на вот этот стадион финишный. Потрясающие виды. 12-й корпус лучший корпус. Да. А тем более за 510 рублей в сутки, вы меня простите. Дальше вот нам продлевать не смотрел, 21-й. Уже дорожает. Да, дорожает. Поэтому я выбрал самый такой экономный период. Да еще и прилетел из Москвы за 1599. Любимой победой! Не, я за 1400 сколько лет? С багажом 30 килограмм. Я без багажа. Потому что я не знаю. Я взял с собой шорты, все с собой взял. Шорты, шубу, блядь, на все эти. Я ко всему. На все сезоны. Я ко всему был просто. Артем, летать нужно экономно. Двое трусов, двое носков, две майки. Ручная кладь и за 1500 из Москвы. Это мы так вот через Грузию с портфелями, знаешь, поехали. Я видел, да. Так что так вот. Вверх. Не забывайте писать комментарии, кто знает. Фигра здесь, фигра тут, фигра там. Передавайте привет. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Все, целую.